Бьюсь об заклад, что это ты, а не Хьялмар, всю работу с великаном провернул. Пришел драться с Олафом. Он давно ждет достойного соперника. Обычно турниры проходят в корчмах или на улицах. У вас настоящая арена. Чтобы ее построить, королева Бирнабран отдала свои драгоценности. Так, и где Олаф? Когда будет достойный соперник, тогда и появится. Пока что я не хочу драться. Могучий. Ты пришел драться с Олафом. Он давно ждет достойного соперника. Я хочу помериться силой с Олафом. Кулачный бой – исконная традиция Скеллиге. И здесь, на Анскеллиге, ее особенно уважают. Почему бои у вас в таком почете? На Анскеллиге жил некогда Дунс-медведь. Он убивал чудовищ голыми руками. И это турнир в его честь. Я согласен драться не на жизнь, а на смерть. Как тебя зовут? Геральт из Ривии. Геральт из Ривии. Выходи на арену. Если победишь в этом поединке, то удостоишься чести сразиться с чемпионом чемпионов. Привет. Тут всякие с большой земли, а нам потом их трупы из корчмы выносить. Бои на кулаках – наша священная традиция. Пролитая на этой арене кровь – свидетельство силы клана. Тот, кто сегодня победит, станет чемпионом. Но каждый, у кого хватило храбрости сражаться, уже стал героем. Зараза. Олаф побежден в честной борьбе. Есть еще кто-то, с кем я могу помериться силой? На Скеллиге ты уже победил всех, кого только можно. Выходит, ты чемпион Скеллиге. Я наблюдал за тобой. У тебя огромный потенциал. Может, перейдешь... из любителей в профессионалы? Ты о чем? Я ищу кого-нибудь, кто свергнет чемпиона чемпионов. Сейчас титул принадлежит бойцу со Скеллиге. И только ты можешь его победить. Спроси себя, достаточно ли ты крепок, чтобы отправиться на Скеллиге и бросить вызов чемпиону чемпионов? Можно попробовать. Великолепно! На острове Спикерок есть арена. Там нынешний чемпион чемпионов и дерется. Я отправлю туда весточку, что ты собираешься бросить ему вызов. А, сука! Мечи на спине тягать. О!
Надо было найти за мужчину с материка. Дашь меч подержать? Не маши железякой, он людей перепугает. Знаешь, не маши железякой, людей перепугает. Друг Ярл, избавитель народа. Знаю я таких, как ты. Воистину, медвежью услугу оказывает. Друг Ярл, избавитель народа. Да пошел ты. Знаю я таких, как ты. Хиндаль хранит клан Тир. Дашь меч подержать, королева. Бегите! Друг Ярл, избавитель народа. Да пошел. Пользу. Во! Какой меч! Ты вернулся, белоголовый! Хочу, чтобы ты кое-что для меня изготовил. Бывай. Знаю я таких, как ты. Пойди-ка сюда, давай поговорим. Пропусти, друзья, у нас есть сердце. Привет. Ты мутант, верно? Да ну, не криви рожу. Тебе повезло. У обычного человека шансов против чемпиона чемпионов, считай, нет. А ты же драться пришел. Может, мне стоит что-то узнать о сопернике? В прошлый раз мне пришлось драться с медведем. Иди с ним, он отведет тебя куда нужно. Вот, чемпион чемпионов! Скальный тролль. Довольно зрелая особь. Это будет бой на кулаках? На кулаках. И мы обеспечим погребение по вере претендента. Никому не мешает то, что нынешний чемпион тролль. А почему это кому-то должно мешать? Это очень порядочный тролль. Он пришел и сказал, что хочет драться. Тогда чемпионом был Зама по прозвищу Песчаный. Прозвище он получил еще до того, как тролль вбил его в землю. У этого тролля хоть имя-то есть? Он не выдаст своего имени до тех пор, пока его не победят. Это странствующий тролль. Если он в бою помрет, так он свое имя и не откроет. Это верно.
Но он, похоже, не думает помирать. А может, все дело в том, что он тролль. И он просто не думает. Я хочу драться с чемпионом чемпионов. Как тебя зовут? Геральт из Ривии. Я готов к бою. Геральт из Ривии, время начинать. Получилось. Геральт из Ривии, в честной борьбе ты победил чемпиона чемпионов и добыл право носить этот титул. Сегодня же я разошлю эту весть по четырем сторонам света. Вместе с титулом ты получишь положенную награду. Но ветра все еще разносят заразу. Когда ты наконец перестанешь повторять всякий вздор? Так жизнь, дружище. Долгие поиски Цири привели Геральта к мысли, что ключом к разгадке тайны послужит Ума, самый отвратительный человек на свете, над которым тяготело загадочное проклятие.
Thank you.
у жрецов житухт, это да. Каденхель, помощь! Ты видел здесь Менвод? Женщины из Плетин. Издалека. Другой язык. Другая одежда. Видел ли я в округе чужеземку с Плетин? Да, это так. Чужеземка из других краев. Нет, я не видел никого похожего. Я должен найти чужеземка с Плетин. Дам золото. Найти хоть какую. Девок, не баламуть, разбойник. Куда? Любопытно.
Идите своей дорогой. Ну чего? Прощай. Тот же герб я видел на затонувшем корабле. Следы старые и стертые. Женщину с ребенком волочили ноги. А ты чего здесь ищешь? Их ищу. Женщина — преступник. Ребенок не ее. Она взяла. Почему я должен тебе верить? Мэйн Горвит! Горвит! Не верь. Преступник должен умереть. Летин забираю домой. Что сделала эта женщина и почему ты хочешь забрать ребенка? Это дело короля. Диргелях, ты не можешь знать. Я не позволю тебе обидеть женщину и забрать ребенка. Фелли, Гэрл и Дэ Фолд. Ты умрешь! Эх, и фихи. Это мне? Финдек Эфи, Дельхи. Спасибо. Дельх Идо. Удачи.
Здравствуй, Эйвор. Здравствуй, Геральт. Чем могу помочь? Мой меч уже готов? Да? Смотри и восхищайся. Вот это всем мечам меч. Действительно, стоило ждать. Спасибо, Эйвор. Это тебе спасибо. За все. Покажи мне свои товары. Будь здоров. Не крутись тут. Ведьмак и ловец жемчуга. Прошу, вот твои деньги. Ты их заслужил. Без тебя я бы не справился. Оно того стоило? Думаю, да. Летте должно быть приятно. Она что, ничего не сказала? Летта ничего уже не говорит. Давно. Понимаешь? Летта больна. Что-то у нее... Что-то с головой. Сначала начались провалы в памяти. Потом она перестала людей узнавать. Даже меня. А теперь и не говорит уже. Я-то думал, как увидит она эту жемчужину, хоть что-то в ней проснется. Она хоть поулыбается. Знаешь... Мы часто говорили об этом глупом обещании. Это у нас шутка была такая, только наша. Много лет, но не помогло. Мне очень жаль. Мне тоже. Ну, будь здоров, Геральт. Счастливого пути. Не на поясе. Баба на троне? Ха-ха! Только эти сосхелики могли такое придумать. Хе-хе, башка-то как крутится. Если б можно было бежать куда-нибудь из этого города. Не крутись тут.
Куда? И чтобы бедноты да столько рукописей. Такие времена, что любой нищий буквы складывает и разум себе поганит. Огонь, все очистит. Космо у тебя белые, как у сына мельника. Ненавижу, блядей. Приветствую. Продаешь или покупаешь? Тебе привет от Моркварга. Держи. Но если кто-то спросит, я его не знаю. И в глаза не видел. Ребятишек, не гляди, испугаешь еще. Я вот никогда не видел, чтобы кто-то так быстро работал мечом, как ты. Удачи в дороге. Худо выглядишь. Что так поздно? Таулер, кажется, в Новиграде и по-прежнему ведет какие-то общие дела с Хаммондом. Я тоже кое-что узнал. Он по-тихому торгует живым товаром. Корабль у него есть. Жемчужина берега. Ходит отсюда на Скеллиге. Сменил имя. Теперь он Роланд Тройгер. Уважаемый новиградский купец и филантроп. Живет он в Золотом городе. А что с Зелисой? За нее было некому заступиться. Тебя же со мной не было. Ладно, пойдем проведать Таулера. У меня есть план, как проникнуть внутрь. Если твой план не учитывает стражников, наверное, придется его пересмотреть. Подожди, пока сами не начнут. Вас ждут. Прошу за мной. Чувствуйте себя как дома. Ведьмак. Позвольте представить мою жену Летицию и двух моих карапузов. Вы знаете, кто я,
Я вас наслышан. Вы много обо мне расспрашивали, а на такие вещи я всегда обращаю внимание. Из какой ты школы? Из школы кота. Нас мало осталось. Могу представить, как ведьмак становится наемным убийцей, но купцом. А почему нет? Каждый из нас когда-нибудь мечтал изменить жизнь, а я решил, хватит мечтать. Говорят, ни один ведьмак не умер в постели. Я собираюсь стать первым. Это мы еще увидим. Ведьмаки не могут иметь детей. Но могут их усыновить или принять под свой кров вместе с матерью и признать своими. Мой друг хотел бы с тобой поговорить. Забери детей, Летиция. Гости хотят поговорить со мной наедине. Я слушаю. Геральт, говори ты, а то меня сейчас кондрашка хватит, и я порешу ублюдка на первом слове. Твоя жена знает, кем ты был? У нас нет друг от друга секретов. Каждый день она молится за меня. И знаете что? Кажется, это действует. Твою мать! Спокойно, Ламберт. В тот день, когда я сделал ей предложение, я признался ей во всем. И с того дня начал новую жизнь с чистого листа. Хорошо ты здесь устроился. Оказалось, у меня есть деловая смекалка. На безбедное житье денег хватает. И на филантропию. Приют Девы Мирабеллы на скудность пожертвований не жалуется. Как и городской фонд попечения вдов и сирот. И многие другие. Ты еще помнишь ведьмака Айдена? Убийство в Эландере. Хорошо оплаченное, как я догадываюсь. Я помню и его, и других. И обо всем сожалею. Только вот с Айденом все было сложнее. Что бы там ни говорили, мы не собирались его убивать. Нам пришлось, когда он на нас напал. Как, по-твоему, было дело? Айден принял заказ расколдовать дочку герцога. Взял деньги, напортачил и уехал, когда девушка умерла. Ты лжешь! Мы не должны были его убивать. Мы просто собирали долги. Денег у него уже не было, и мы потребовали его мечи. Он отказался. Начался скандал. Виена сидела в укрытии, и ее подвели нервы. Она всадила Айдену стрелу в глаз. А потом начала рассказывать собственную версию этой истории, чтобы замазать свою вину. Довольно рассказов. И что теперь? Ты действительно изменился. Теперь единственное, что для меня важно, это прощение. Ты поверил в эту чушь? Этот ублюдок врет, как дышит. Оставим его, пойдем. Ты охренел? Ламберт, это один из тех случаев, когда нужно сдержать бешенство и довериться тому, кто еще способен думать. Пойдем. Сука, Геральт, ты что? Пойдем, я сказал. Ты всегда сможешь вернуться. Благодарю тебя. Объясни. Не собираюсь. Просто я решил, что Таулер не заслуживает, чтобы его хладнокровно убили. Если ты считаешь иначе, можешь к нему вернуться, но без меня. Как бы я хотел дать тебе по морде. Мы еще встретимся. Когда-нибудь. Бывай. Мы можем поговорить?
В чем дело? Приятно снова собраться вместе. А? Угу. Не хватает только Цири. Спасибо, что напомнил. Мне надо было переменить тему, иначе ты бы совсем расклеился от этих сантиментов. Ты знаешь, почему она вернулась? Если совсем коротко, она бежит от дикой охоты. Неплохо. Если что, можете на меня рассчитывать. Ты ничуть не изменился. Я, кажется, слышу недовольство? Нет, недоумение. Люди с возрастом обычно смягчаются, а ты все злее. Мамочка всегда говорила, что я исключительный. Мне приходят в голову другие эпитеты, но исключительный тоже подойдет. Ты когда-нибудь играл в Гвинт? А то. Я даже Весемира пробовал научить, но у него не пошло. А что, предлагаешь сыграть? А то. И когда игра закончится, ты будешь плакать, как ребенок. Ладно, ты победил. Жаль отдавать тебе лучшую карту, но лучше тебе, чем кому-то еще.
он? Эй, вы двое, убирайте. Мы же никому не мешаем, никому не надоедаем. Вы мне надоедаете, забулдыги. Пошли прочь, пока не пристрелил. Ну-ну. Хорошо развлекаетесь? Неплохо, спасибо. А хочешь и с тобой развлечемся? Умри, паскуда! Рассыпаться! Поиски Цири привели.